следующий набор с Пикачу. Специальная защита была. Аэродактиль был. Голдак был. Город Левердер был. Парасект был. Нидокинг был. Персиан был. Сквиртл был. И Велтал GX. Имеет 180 здоровья и темный тип. Также имеет 3 атаки. Первая атака наносит 20 урона. И лечит этого покемона на столько урона, сколько он атаковал. То есть на 20. Следующая атака он наносит 100. И своей суперспособностью он добавляет активному покемону 4 метки дамага и убивает его. Странно. И следующий набор снова с Пикачу. Артикуна был. Электроот был. Нидоран был. Вартотал был. Найнтейлс был. Кабута был. Экзегютар был. Гайардос был. И новая карта, которая называется Некрозма. Имеет 180 здоровья и психический тип. Считается как ультрабист. Имеет специальную способность и 2 атаки. Первая атака наносит 120, невзирая на защиту покемона. И своей джиг-способностью я не могу понять, что она делает, поэтому вот так. И следующий набор с Венозавром. Гравеллер был. Лес был. Старыми была. Хитманчан был. Панита была. Свисток был. Пиджиот был. Праймейк был. И палки я тоже была. И следующий набор со Снорлаксом. Сквиртл был. Голем был. Хакуна была. Чармандер был. Мэджикарп был. Мистер Майм был. Аммонайт был. Брок был. И Мэджикарп в команде с Вейлорда. Имеет 300 здоровья. Атаку 180, которая очень долго заряжается. И специальную джиг-способность, которая ударяет на 10. И дарует 7 дополнительных водяных энергий этому покемону. И следующий набор с Пикачу и Зекромом. Он какой-то больно толстый. Ой. Ой-ой-ой. Чё авторы тут намудрили? Ой. 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 Чё-то страшное.
Это особый покемон. Карты еще не хотят вытаскиваться. Так, ладно, я уберу в сторонку это чудище. Амастар был. Кокуна была. Чармандер был. Мэджикарп был. Мистер Майм был. Аммонайт был. Брок был. Драгонэйр был. И Золотой Сингалео тоже был. А также с ним в компании идет Алола Экзекьютор. Очень хорошая карта. Имеет травяной тип и 220 здоровья. Я не могу говорить про эту карту серьезно. И следующий набор со Снорлаксом. Боже ты мой. Хитман Ли. Нидоран. Лапрас. Мак. Дратини. Экзекьют. Драгонайт. Амастар. И Базвол. Такая карта у нас была, но тут она немного в другом виде. И мы обнаружили второй дефект. Еще один такой же. Давайте посмотрим, что нас ждет тут. Как мы можем видеть, тут кусочек, видимо, той карты. Не, ну а так-то вроде бы все выглядит нормально на первый взгляд. Билл. Хитман Ли. Нидоран. Лапрас. Мак. Дратини. Экзекьют. Драгонайт. И Золотая Лунала снова.